еще одна наша красавица. Это стейки черной трески угольной. Это супер деликатес, который, на мой взгляд, даже круче, чем палтус. Она не такая жирная, как палтус, но в то же время это белорыбица с нежнейшим мясом. Небольшие стейки совсем, тоже удобная фасовка 3-килограммовая. И легко вмещается в морозильную камеру, делить даже с кем не нужно. И так уместится, и так все быстро съедите. Это очень вкусно, просто поверьте, это надо пробовать.